в эфире «Афиша», и я ее ведущая Анна Троян. Впереди заключительные выходные июля. Их проведем в яркой и приятной обстановке. Не переключайся, сейчас расскажу. Как совместить приятное с полезным? Ответ на этот вопрос нашли в Наташинском парке. Поэтому рабочие будни предлагаю завершить на кинопоказе «Под открытым небом». На этот раз нам покажут картину «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Яркая комедия о незабываемом отдыхе. Поэтому одеваемся теплее и обязательно берем с собой друзей. Вам точно понравится. Отдохнуть на море бесплатно? Теперь это не мечта, а вполне реальная возможность. Для того, чтобы воплотить ее в жизнь, всего лишь нужно сходить на шопинг. В торговом центре «Выходной» сделай покупки на сумму от 3000 рублей. После зарегистрируй чеки на специальной стойке. Волна везения накроет счастливчиков 29 июля. Розыгрыш призов состоится в 18:00. А в воскресенье зову вас на яркий праздник, который запомнится надолго. Фестиваль красок «Колорейв» разукрасит Наташинский парк. Вас ждут выступления специальных гостей, море современной музыки, новые знакомства и, конечно, невероятные эмоции. Такое пропустить нельзя. Приходите! На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Анна Троян, настоятельно рекомендую проводить свой досуг активно. Нескучных вам выходных. Пока-пока.